Добро пожаловать в один из самых красивых жилых проектов в Праге – Централ Парк. Именно здесь находится двухуровневая пятикомнатная квартира, которая может стать вашим новым домом. Сердцем квартиры является просторный зал. Здесь вся семья собирается для совместного времяпрепровождения. Он также соединен скрытой террасой, где хозяева проводят много времени в летние месяцы. Квартира расположена на втором и третьем этажах и имеет в общей сложности 4 спальни с отдельным выходом на террасу. Общая площадь составляет невероятных 180 метров квадратных, но 3 террасы добавляют еще 68 метров. Также имеется подвал и 2 парковочных места. Резиденция Централ Парк расположена поблизости холма, на котором стоит парк Парукарка, с особенной атмосферой и захватывающим дух видом на Прагу. Но если этого окажется мало, внутри домового комплекса разбит собственный парк с несколькими игровыми площадками, ограниченный по периметру. Сюда могут попасть только жители резиденции. Пользуясь этим, родители выпускают своих детей играть со сверстниками, наслаждаясь в это время тишиной и свободным временем. Трамваем можно доехать до Вацлавской площади всего за 10 минут. И, безусловно, поблизости есть все необходимое. Нахождение в центре города с таким количеством зелени прямо перед окнами невозможно переоценить. Приглашаю вас вдохнуть атмосферу этого потрясающего места.